Всем привет! Сегодня мы с вами записываем мукбанг. Тема у нас достаточно такая интересная. Вот, как сохранить семью. Я сегодня с вами буду кушать картошечку вместе с курочкой, с котлеткой и колбаской. Вот, и буду с вами разговаривать. Это называется мукбанг. Поэтому да, приятного аппетита. Если вы тоже кушаете. Так, ребята, приступим. Смотрите, важно, чтобы понять, действительно ли вы этого хотите. Я тоже снимаю отдельное видео по этому поводу. Вот, как понять, нужно это, не нужно. Вот, но если вы решили, что да, действительно вам это нужно, вот, я предлагаю попробовать такое. Нужно начать вести себя противоположно. Вот то, к чему это все привело, вот вы как-то себя вели определенным образом. Вот, а начните вести себя по-другому, прямо противоположно. Ну вот, например, если вы домохозяйка, вот, и все это так было, например, то попробуйте начать искать работу. Не факт, что вы ее сразу найдете, вот, но попробуйте хотя бы начать, там, сделайте себе резюме, спросите, как сделать резюме, вот, и начните что-то искать. Либо, например, если вы такая вся домоседка, вот, предложите пойти куда-то в поход, например. Вот, или куда-то, какую-то вылазку. Вот, можно просто взять там чай с собой в термосе и пойти куда-то вот в лес. Вот, с бенгальскими огнями, например, в таком плане, что там. Вот, а если, ну вот, ничего у вас такого не происходило, как бы, да, там все как бы ровно, спокойно, внесите какую-то коррективу. Вот, сделайте что-то по-другому, вот, не так, как это было раньше. И вообще, в принципе, вспомните те ситуации, когда вы познакомились, например, все же было хорошо, да, как вы себя вели, вспомните и, может быть, попробуйте вернуть те ощущения, вот, то свое поведение, какое было тогда, может быть, вам это поможет, вот, то есть, ну вот, начните вести себя по-другому. Например, если вы много готовите там каждый день, да, вы очень много, и как вы видите, что это как-то не очень воспринимается, вот, перестаньте это делать, пойдите в салон красоты, там, сделайте себе укладку, или там, сходите на маникюр, купите какую-то новую кофточку, какую-то новую там, пижамку, вот, попробуйте завести себе канал на YouTube, почитайте какую-то книжку, начните учить какой-то иностранный язык, это все привлечет к вам внимание вашего партнера, ну, там, муж или молодой человек ваш, парень, вот, ну, такие у меня советы, в общем, попробуйте что-то другое, вот, прямо противоположное, вот, ну, все, ставьте пальчики вверх под видео, подписывайтесь на мой канал, увидимся в следующем видео, напишите, какие у вас эти рекомендации есть, и что бы вы советовали, в каких-то таких ситуациях людям, ну, все, всем пока-пока!